Daimler выводит на рынок свой первый электромобиль. В Западной Европе начато серийное производство и открыт прием заказов на кроссовер EQC. Клиентам пока предложена единственная модификация 400 4Matic. Четыре электромотора вместе выдают 480 лошадиных сил и 760 ньютон-метров. Машина весом в 2,5 тонны разгоняется до 100 км в час за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180. Тяговая батарея емкостью 80 кВт-часов заряжается за 40 минут, а запас хода указан для устаревшего цикла NEDC максимум 471 км. Стартовая цена в Германии примерно 5 200 000 рублей. Выпуск EQC налажен в Бремене, на тех же линиях, где выпускают C-класс и кроссоверы GLC с обычными моторами. К концу года электромобиль локализует в Китае, и примерно тогда же модель выйдет на российский рынок. Выход на рынок серийного электрического Мерседеса совпал с юбилеем крупносерийного автопроизводства. 125 лет назад, в апреле 1894 года, Карл Фридрих Бенц начал продажи своей второй модели – Бенц Велосипеде. В отличие от двух дюжин трехколесного патент Моторвагена образца 1886 года, которые открыли эру автомобилей внутреннего сгорания, четырехколесный Бенц Вело стал первой в мире крупносерийной моделью. За 7 лет было построено более 1200 экземпляров. Однолитровый двигатель Бенца развивает 1,5, а позднее 3,4 лошадиные силы. Соответственно, максимальная скорость варьировалась от 20 до 35 км в час. В базовой версии Вело стоил 2500 марок. А в качестве опции за сотню марок предлагали складную крышу.